Самая мантошка на тоновых сеянках. И здесь я беру овощи, фрукты, разные продукты. У меня, как у всех нормальных людей, есть свой продавец. Майя из Азербайджана. И мы тут сейчас все возьмем. Приветствую. Здравствуйте. Как вы? Как да вы? Да хорошо. Как дочка? Отлично. Дома? Сгорели вчера. Зира называется сок. Азербайджанский. С Баку привезли. Да, это коробка написано. Это, извините, 70 рублей. Ну, 65 можно. 25 хилочки, 40 рублей. И эту возьмите на кропчике. Такой возьмите. Давайте я вам другую. Дура. Зачем? Главное, не путайтесь. Черешня уже отходит. Я по цвету-то вижу. Да? Мелкую, да. И крупную. Ага, да. Виноград. Зира называется. Хороший. Зира. Сразу одно ела. Вкусно. Назвали-то как? Ага. Это сорт, да, сорт такой. С Баку привезли, азербайджанский. Вроде азербайджанский уже заканчивается. Большие это, которые? Которые крупненькие. Да. Не, у меня есть пока остатки. А я вот сейчас такую возьму, которая плохо себя чувствует. Ну да, конечно, на жарку. На супец, на жарку. Сажает, готовит. И уже скучала. Дочка у меня готовит маленькая, 13 год. 13. Ой, какая молодец. Вот это 70 рублей, бакинский, азербайджанский. А перчик почем? 75 рублей. Если там по 40 рублей, они чуть-чуть вяло, но пойдет на жарку, там на готовку пойдет. Да, отлично. Вам пакет. Да. Ну, я как всегда, я все с тобой. Да, пройдите сами, надеюсь, пожалуйста. Да, конечно. А это что, вишни уже или? Может, ящиком возьмет, а там все хорош, подешевле дам. Ящиком возьму. Да. Все, наберите пакет, я вам потом взвешиваю. Хорошо. И ящиком тоже можете брать, ящик, по-моему, килограмм взвешивать или 800 грамм. Я не хочу ящиком, это мне тащить неудобно. А у меня она убежала на футбол. Пакет лучше. Все есть. А почем? Это 150. Так, девочки. А эти бобрикосы чьи? Все ташкент? Армянские хорошие, но они быстро качественные, они очень сочные. А есть? Нет. Уже закончилось? Завтра пятница, завтра, может, привезем, заказали. Что, еще завтра привезете? Завтра заказали тоже? Да, конечно, конечно. Армянские. Они же на заказах, а то они не лежат. Они очень смелые. Ну да, крупные, если смелые, вот... Да, их надо сразу. Прям сейчас... Что, сколько надо? Жаль. Томатные. Все есть. Да вы что? Да. Счастье, все есть. Половина рынка. Антошки. Страшненькая уже такая. Там-то тоже не весело. Но цены. Сейчас мне надо кур. Посмотреть рыбу. Если будет. Так по Самаре ездишь и ищешь, где дешевле. Тут еще остатки 90-х. Мне в воскресенье привезут. Вот кур. Надо бы взять кура. Ахра. Бакалея. Горбуша. Рябину. 235. Рябину. Она сейчас быстренько оттает, а то есть... Это я не буду. Куры, яйца, субпродукты. Яйца Враксина. Для мяса только. Губы. Куры здесь дороже. 145. Брать не будем за такую цену. Так.
Красноярского района. Веники ему нужны. Что тут у нас? Очень хорошо. Вот. Свинина. А почем на веточку лягуша? 200 рублей можно. Отлично. Килограмм сделаете? Да, конечно. Такие цены. Короче, не взяла курицу, взяла свинину. Сделаю. Тогда что? У меня есть маленькая капуста. Куры что-то с курами стало. Нехорошо. Казахстан. Веснушка. Кукуруза. Почем кукуруза? 35. Разгар сезона. Я предпочитаю все сезонное брать. Шампиньонов нема. Есть, но страшные. По 30 арбуз уже. 40. По 20 капуста. Ой, еще от 90-х остались продавцы вот такой. Страшный, конечно. Жуть. Ну, куда деваться? Деваться некуда. Капрон. Ой. Риган обо мне еще. Ну, сейчас заеду еще в одно место. Там, наверное, возьму. Кинзу, укроп. И дела, ребята. В принципе, если походить, то можно что-нибудь найти. Ну почему куры-то подорожали, понятно. Непонятно. Яйца забыли. Яйца забыли. Пожалуйста, кафе. В Москве везде кафе. Здесь везде кафе. Дорожка не очень-то веселая, но хоть немножечко подзасыпали. Где легче, поеду сейчас еще в одно место, съезжу, там посмотрю зелень. Я укроп взяла, в принципе, мне его с кинзой хватит. Мне надо еще ореган свежее. И кочан капусты. Еще один. Есть маленький-маленький. Че, по два раза-то все повторяю. Ну вы поняли, как здесь страшно, но относительно недорого. Все, народ. Стала цивилизация практически. Киоски построили. Тут было намного страшнее. Это 22-й квартет, район Кристалла. Цены, конечно, дороже, чем на рынке. Но все же, наверное, можно что-то найти. Я ищу или пекинскую капусту, или салат. Бабушка посмотрела, нет. Наверное, здесь тоже нет.
так. Бананы гнилые за 60. Можно их и за 40 брать. Еще 5 помидоров. Куры. Смотрим, почем. 139. Грудка 169. Не весело. Не весело. Насчет кур. Почему-то резко вскочили в цене. Для этого все было нормально. Майя мне сказала, что в магните есть. Не знаю. В магните, в Ашане. Сейчас бабушек салат поищу листовой. Ну вот. Сейчас я найду. Всем пока.